Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, усаживайся поудобнее, заваривай пельмешки, наливай печенюшки, делай что хочешь, но главное, долбани по колокольчику и поставь, чтобы приходили все уведомления, и княжеский лайк поставь, вообще заряжайся хорошим настроением, потому что время сейчас трудное, и как бы нужно радоваться мелочам, даже хотя бы радоваться тому, что у меня на канале выходит тупорый видео с роллингом, но надеюсь не с тупорылым роллингом, друзья. Джокерил предоставил мне аккаунт свой на роллинг 268 тысяч самоцветов. У него, кстати говоря, 1 апреля было день рождения, но так получилось, что аккаунт 1 апреля он хотел мне предоставить на роллинг на день рождения, но по техническим причинам у него не получилось, потому мы роллим 2 апреля, но тем не менее, по сути, это роллинг почти на день рождения, потому можете поздравить человека в комментариях с днем рождения, пожелать ему удачи, вот прям паузу поставьте, может быть, если пожеланий удачи будет много, мы сможем выбить много недостающих крутых легендарных героев, хотелось бы на это надеяться, но вы сами знаете, как порой работает ужасно, безжалостно рандом. 268 тысяч силы. Гильдия под названием Evil Angel. Босс в 16:00 по Москве. Качают часовых, так что если что... Ну, кстати, два человека в гильдии. Так что если что, ребята, берете, вступайте. А то там им двоим, наверное, скучно. Далее, что хотелось бы отметить. Смотрим сразу количество недостающих героев. Я предполагаю, что здесь их очень много. Хотя 97 тысяч самоцветов донат. Он не маленький. А, слушай, героев не так уж и много недостающих. Мастер рун. Выбить его просто невероятно сложно. Сколько у меня роллингов было, еще у меня ни разу не получалось. Кстати, хотите предоставить свой аккаунт на роллинг, оставляйте заявочки в описании под этим видео. Есть ссылочка, там заполняете Google форму. Потом через несколько дней я вам пишу и договариваюсь по поводу роллинга. Мастер рун. Кровавая Мэри. А кому нравятся роллинги, у меня есть отдельный плейлист с роллингами. Вы там можете прям усмотреться, вам пельменей не хватит. Вам, понимаете, бутылки с печеньями закончатся. Там столько роллингов. Вот, в плейлистах ищите. Кровавая Мэри, понятно, донатная. Леди Лео, ну как бы, ну такое. Механоид Альфа. Пока что нам нужно очень выбить мастера рун. Капитан Дрейк, Командора еще недостающие. Ну, как бы, в принципе, нужные герои. Ну, смотря какая тактика на битве гильдии, но у меня Капитан Дрейк используется на БГ. Полярный Лис, Леди Божество, до свидания. Ну, за донат. Разрушитель, до свидания. Пепельная Матрона, Мастер Рун, Командора, Капитан Дрейк, значит. Ну, такие 4 основных героя не хватает. Вождь Минотавров, понятно, тоже за бабулесики. По достижениям аккаунта, давай, Кошмарное Подземелье. 8-е не пройдено. 7-я пройдена полностью. По волнам. Волны. АГ-волна не пройдена, АФ-волна пройдена. Если нужны еще какие-то достижения, пишите в комментариях. Касаемо ништяков, давай. Ништяки есть, и есть вот эта вот карточка, на которую, конечно, огромнейшие надежды. Но если я не ошибаюсь, да, из этих карточек чаще всего падает непосредственно именно Бард. И, как я понял, Бард... На этом аккаунте Бард есть, Дуэлянт тоже есть. Конечно, если там что-то помимо них выпадет, это будет супер удачей. Но я думаю, особых надежд мы не делаем в сторону этой карты. Потому что я тут недавно открывал, опа, 7 штук этих карт, и оттуда кроме Дуэлянта и Барда больше ничего не падало. Летим дальше, давай, у нас Влад Дракула, Оборотень. Так, подождите, проверю звук. Пишется звук, вроде пишется, хотя в мониторах я что-то нихера не слышу. Заклинательница, Триант, Капитан Дрейк недостающий, окей. Ну вот, если что, он есть, а может быть, он и был, просто он не распакован. Афина, был Капитан Дрейк вообще? Нужен ему? Капитошка, где ж ты? Я вообще что-то его не вижу. Ну ты где? Ну ты чё? Ты чё гасишься-то, а? Ну ты шо гасишься-то, а? Чё ты гасишься-то, а?
А, он был, ребят. Как бы не такой уж он и недостающий. Надо, кстати, было хранитель, Дед Мороз заодно посмотреть непосредственно. Непосредственно. Командору. Может, Командора тоже была, и она не нужна. Заклинательница. Капитан Рогатка. Заклинательница уже не первый раз падает. Бугимен. Фараон. Палач Тритон. Оборотень. Так, ну... Что тут у нас? Не останавливаемся. Ролем Командора недостающая. Ну, надеюсь, недостающая. Еще один Капитан Дрейк. Так, Командора. Ну, слушай, Роллинг, на самом деле, что-то он какой-то сложный, бля, пацаны. Что-то он какой-то сложный. Что-то он сложный. Командора. Нужна, не нужна она ему была. Вот Капитан Дрейк. Здесь, по идее, должны появляться герои более... Но... Да, Командора, он просто не распаковывал. Короче, Мастер Руны и Пепельная Матрона, да? Ледяной Феникс даже упал. Ледяной Феникс даже упал. Дракос, Дед Мороз. Так, окей. Ледяной Феникс упал, а нам нужен Мастер Руны и Пепельная Матрона. Давайте, друзья, пожалуйста. Скиталец, Капитан Рогатка, Суккуб. Слушай, ну это реально сложно. Землеройка, слушай, падает вообще очумительно. Умопомрачительно. Вот, я пытался выговорить слово фантасмагорически, но, к сожалению, не получилось. Ну, что уж тут поделаешь. Печаль, беда. Расти бока в самоизоляции, да? Вот. Становимся на весы. И с каждым днем наблюдаем, как мы становимся все толще и толще. Давай! Ну что ты? 20 тысяч самов осталось. Профессор Рибер. Рибет. Он хотя бы столько редких героев надавал, падла. Но ненужных, конечно. Что сейчас требовать от него мастера рун? Ну, требовать-то мы всегда будем. А вот надеяться, да, на мастера рун и пепельную матрону достаточно сложно. Землеройка еще раз падает. Ведьма, божечки. Божечки ты мой. Давай. Смерть. Эй, ледяной. Ну что ты там? Давай, дружище. Князь тыква. Эй-эй-эй! Эй-эй-эй! Химера. Эй! Бугимен. 4000 самоцветов остается. Повелитель бури. Ну дай ты одного нужного героя. Это в день рождения человеку. Мастер рун. Пепельная Матрона, твою мать! Сука. Ничего не дал. А, еще раз. Суккуб, сука. А-а-а! Ну, еще остаются ништяки. Надежда на карточку. Ну, тут эти самоцветы пускай остаются. Так. Прям жесть. Может, там что есть? Что найм редких героев. Зарабатываются алмазы героев в официальных событиях, например. Ага, окей. Базар, бинго, разбей снеговика, императорская кузница, таланты выигрывают, временные акции, награды, события, парящий остров, бесплатная попытка, о, какое-то прям разнообразие, собери фонтан желания, опа, так, окей. Ясно. Так, ладно. А что нам? Нам осталось ништяки. Так, ништяки эти откроем сейчас. Легендарные карточки откроем. И, конечно, большая надежда на акционную карточку. Ай, блядь. Ну, может, хоть из нее повезет. Но это, блядь, вряд ли. Вот, да. Вроде были нормальные роллинги сейчас. И вот бац, снова неудача. Вот. Человек так ждал этот роллинг, а приходится его обламывать. Но я сделал все, что мог. Я, ребят, сделал все, что мог. Старался, как не в себя, понимаешь? А ничего не получилось, к сожалению. Ничего не получилось. И вот прям не знаю, что с этим делать, ребят. Вот прям не знаю. Эй, люли-люли. Полярный лис, приди с акционной карточки. Вот. Печаль, беда.
грустная, не выпали герои. Так, здесь у нас, смотрите, 6000 этих камней. Ну что? Кровавая Мэри нужна. Нужен непосредственно полярный лис и, конечно, леди божество. Я даже ничего не буду говорить. Давайте просто откроем. 10. Я сказал 10, я сказал просто откроем, а потом начинаю обратный отсчет. Вот такой вот я придурок. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. А, хер, я сломал систему. Но нахера вы вводили эти гребаные карточки, если, сука, оттуда падает только два героя? Это, блядь, сука, дуэлянт, и в лучшем случае, если, блядь, Луна обосрется, а Солнце начнет трахаться с Марсом, тогда упадет Барт. В пизду.